Всем привет! Сегодня с вами разберем спутниковый коммутатор DSEC. Рассмотрим, что это такое, для чего он нужен. Потом я покажу вам, как он устроен. И в конце расскажу и покажу самый простой способ, как обезопасить его от влаги. Значит, DSEC является элементом спутниковой системы, предназначен для коммутации сигнала с нескольких конверторов на один спутниковый приемник. Диапазон рабочих частот его от 950 до 2300 МГц. Питание 12-20 вольт, 30 мА. Пропускная способность по току до 500 мА. Потери сигнала, затухание до 3 дБ. Многие из вас видели тарелки спутниковые с тремя головками. Вот этот DSEC является неотъемлемой частью этой системы. Принцип работы. После установки и настройки антенны, когда тюнер уже прописан, в нем есть список каналов, согласно протоколу, который зашит в тюнер, DSEC переключает сигнал с конверторов в зависимости от того, какой канал и с какого спутника вы выбрали в списке каналов. Как он устроен? По сути своей, это электронный ключ, собранный на одной микросхеме. При установке или замене DSEC, который вышел из строя, не забывайте защитить его от попадания влаги. Вы можете купить готовый контейнер, бокс для DSEC, который крепится возле тарелки. Но самый простой способ – это пластиковая бутылка без дна. Вы просто вставляете внутрь DSEC и также крепите возле тарелки. Сзади на кронштейн. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Пока!